Художественная гимнастика – один из самых зрелищных и популярных видов спорта. И шымкентцам есть кем гордиться. Наша землячка Сабина Аширбаева в своем юном возрасте уже мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Девушка уже 13 лет занимается любимым видом и не собирается останавливаться на достигнутых результатах. На данный момент мы отрабатываем новую программу по новым правилам и готовимся к международному турниру в Эстонии, также гран-при в Москве. 12-кратная чемпионка Азии по художественной гимнастике, участница двух олимпиад, а также обладательница ордена Курмет Алия Юсупова – тренер нашей героини, которая отдает все силы воспитанию чемпионов, поделилась с нами планами на будущее. В этом году у нас чемпионат Азии в Астане. Это основной старт чемпионата Азии в июне месяце в Астане и чемпионат мира в начале сентября в Италии, город Писаро. Вот эти два основных старта в этом году, куда мы будем делать основной упор. В этом году Алия Юсупова и Сабина Аширбаева были удостоены чести быть факелоносцами Универсиады 2017 на эстафете в Шымкенте. Сабина считает, что на самом деле это заслуга и университета, в котором она учится. Такая честь выпала мне благодаря моему университету, который очень гордится тем, что я стала участницей Олимпийских игр. И я очень рада, что возложили такую ответственность именно на меня, потому что для каждого спортсмена это очень важно. Универсиада 2017 является национальным проектом Республики Казахстан и самым мультиспортивным мероприятием за 25-летнюю историю независимого Казахстана. На Универсиаду заявлено 55 стран. В 2011 году был рекорд участников в Турции, там было 52 страны. Таким образом, рекорд побит. В первый день Универсиады выступили спортсменки из Южно-Казахстанской области. Казахстанки завоевали серебро и бронзу во фристайл-акробатике на Универсиаде 2017. Мы поздравляем Жанбату Алдабергенову и Жибек Арабаеву с победой и желаем не останавливаться на достигнутом, а идти только вперед, только к первым местам.